Итак, всем привет, с вами, как всегда, я, RTX3D. Сегодня мы будем играть в игру под названием Backrooms. Так что, погнали! Насколько я знаю, она очень прикольная. Она высвечивалась там в топе Play Market, поэтому я зашел в нее и решил вам ее показать. Так, погнали, Play. Все, вот, я попал в закулисье. О, выход. Давайте выйдем отсюда. Здесь никак. О, с паролем. Код сейчас введем. Так, что там? А! Цифры-то одной нету, в чем прикол? Спасибо за одну целую цифру. Надо найти где-нибудь эту цифру, чтобы вставить и ввести код. Так, я тут бегать могу. Так, а это за рекламу? Рекламу я смотреть не хочу. Давайте проходить. Посмотрим, что, как здесь. Ну, пока тишина вроде. Темно. Что-то. Сюда. А, это свои шаги я слышу, блин, я испугался своих же шагов. Окей. Тут, по-моему, никого нету. Так, ну пока тишина полная. Мое желание кого-нибудь встретить и что-нибудь встретить. Ладно, давайте пойдем. По правой стороне, наверное. Так, нет, тут тупик. Будем, короче, пойду по правой стороне. Так, тут, я так понимаю, тупик. Так. Погнали. Так. Ой, не нажимается. Так. Снова. Короче, что-то тут надо бродить, по-моему. Ну да, тут тупик. Главное, чтобы какая-нибудь коряга на меня не вылезла стрёмная. Блин, снова тупик. Давайте что-нибудь все-таки найдем. Что-то неохота выходить просто так. А, рука аж вспотела. Так. Погнали на левую сторону. Ё-моё, тут куча помещений еще каких-то. И у меня такие стрёмные шаги. Вы не слышите, потому что я не записываю внутренний звук, но я это прекрасно слышу. О, что это такое? Я обосрался! Что это за реакция? Блин! Боже, я так всрался! Остановите мой понос. Он еще орёт. Что это было? Блин! Что это было? Оно еще так... Лишь бы меня сейчас управление не подвело. Нет, нет, ну подвело управление, сказал, господи. Я так обосрался. О, вы бы знали, люди. Блин, ну прикольно. Вы такую еще корягу сделали смешную. Ну я, конечно, всрался так. Но надо мне найти эту сраную кнопку, блин, и вылезти отсюда. Мне кажется, у меня растянут экран 4:3, я так понял. Либо не растянут, что-то я уже не понимаю. Либо такой угол... Короче, я ничего не понимаю. Ну, управление меня подвело. Вот я нажимаю, оно не хочет бежать. Я это сразу понял, что там что-то лаганное такое управление. Фу, мне отдышаться. Ну снова ты манул! Да что это такое?
Мне тебе 6 минут надо ждать. Ай, блинский. Что за прикол? Зачем в игре сделали, чтобы надо типа ждать следующей Итак, жизни? Я вернулся к, блин, к корягой вообще своему бесит месту. Меня. Короче, и сейчас перемотаю. У меня последняя жизнь есть. Как раз ждать я больше просто не хочу. Так, надо здесь быть теперь осторожнее. Потому что жизнь одна, и в общем, как-то так. У меня что-то одышка аж появилась. Я не знаю почему. Так, ладно. Короче. Будем смотреть, будем искать. Будем верить. Вот, звук я забыл включить. Так. Ну. Ну это, блин. Она может так вот, выходишь, смотришь из угла, она может сразу вот тут где-нибудь стоять, а ты тут не видишь, вот так, она сразу такая вылезает. Это неудобно, а ее-то вообще не слышно. Она не издает звуков, типа шагов. Короче, такая фигня, и надо просто на реакцию быть. А с моим-то управлением так себе. Так. Ну, пока тишина. Чё-то слышу. Слышу звуки. Какие-то там рёв слышал. Да, есть, слышал. Ну, есть. Все стремнее. Ну, я слышу, как она там что-то говорит. Это попузьяна это. Ну, вот теперь ее хуже стало слышно. Она где-то вон там была. Но это не исключает того, что я должен оглядываться везде. А, я пришел сюда. Угу. Ну, пошли вперед. Блин, если темнотой так спутать. Стрёмно. Короче, заранее извиняюсь за 30 FPS, я не знаю, либо тут ограничение стоит, либо это все, что вывозит мой смартфон. Так. Короче, что-то пока не вижу никого. Надо кнопку какую-то найти. В этом всем закулисье надо найти одну маленькую кнопочку. Прикол вообще. Темный коридор что-то означает. Так. Блин, жалко, нету фонарика. Так, стоп. Ну, вроде ничего тут нету.
Буду шагом ходить на всякий так. Что-то подлагивает у меня. Нет, скорее всего, это ограничение, наверное. Прям я чувствую, как подлагивать начинает. Надеюсь, это видео будет интересным. Ох. Ну что-то... Опа! Опа! А, блин! Закрыто! Да вы издеваетесь, блин! Я уже обрадовался, ну ладно. Видимо, видео не так быстро закончится. Так, все, показалось мне это попузьяно снова. Ой, помещение-то какое огромное. Так. Сейчас, наверное, что-то нибудь за колонной тут будет. Не, ничего. Ну тут ничего нету. Ой-ой-ой, что за лаги? Я думаю, я достаточно обошел, а тут все равно ничего нету. Тут темнота. Слушайте, а тут вроде бы спрятаться можно. Куда я иду? А, какая-то фигня. Тут вроде можно нормально так спрятаться от этого... От этой попузьяны. Ну ладно. Бежим. Я тут вроде был. Ладно, пофиг, погнали дальше. Нервишки-то как щекотятся, чешутся. Что-то как-то скучно тут. Ну, я снова вернусь, где и пришел. Давайте туда пойдем. Я туда еще не ходил. Чувствую, здесь будет что-то интересное. Так, это уже интересные такие колонны. Вот, слышу. Какие-то вопли слышу. Рядом. Ну я сказал, слышу, блин! Чё она там барабанит? Ну тут тупик, да? Нет, тут не тупик. Я ж прям предугадал. О! Фух. Прям трясёт. О! Уж насморк. Пошёл. Чё? Где-то попузьяна. Да ну нафиг. Ну там теперь где-то. Уф. Пойду в темноту. Так. Ну, ё-моё, я не могу найти этот странненький. Не странненький, а странненький. Странненькую кнопочку. Я думаю, так долго еще буду ходить. Я думаю, надо
Скоро заканчивать уже. А то мне еще монтировать придется долго. Ну, снова я слышу, что она там... Ой, извиняюсь. Так. Ой. Ну, думаю, я близко к выходу. Да ну. По головице постучи. Да беги! Что у меня с управлением? Спасибо управлению. Реклама. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами был RTX3D. Всем пока-пока.